для широкого потребителя. Потому что шарф Никути, он на закате находился тогда, ну и он всегда в стагнации был, поэтому никто там особо его не покупал и не знал. Соответственно, шарф, Xiaomi, и вот тут взаимодействие японцев с китайцами, а тут с корейцами. Потому что это самсунговский модуль будет, по-моему, да, на 108 мегапикселей, они уже его представили, и это офигенно. Опять же, если вы читаете комментарии тех под статьей, которые там пытаются высваться на эту тему, то просто у вас бошку взрывает. Эти рахиты, те же самые рахиты, которые многие техноблогеры меня просто бесят. Говорят, зачем 10 гиг оператива, зачем 12 гиг оператива. Вот на моем сраном айфоне 4 гига оператива, он нормально работает. Дебил. Это есть, потому что мы можем. Because we can, блин. Дебил. Так и развиваются технологии. Рахит, дебил, блин, ты полный. Если ты не понимаешь, что нам нужно и 200 мегапикселей, и миллион мегапикселей, и миллион гиг оперативы нам нужно, и миллиарды, блин, гиг памяти. То есть это все нам нужно для того, чтобы развиваться дальше. Нет, эти рахиты не выучили одного урока истории, когда кто у нас? Кто-то в прошлом, в 20 веке сказал, да, сколько там нужно оперативы для компьютера, и больше не нужно, килобитах. То есть, насколько дебилом надо быть? Понимаешь, вот когда говорит это, понимаете, когда говорит этот человек, который с технологиями не знаком, это одно дело. Но когда какой-то вот реально идиот на полном серьезе, который рассматривает гаджеты и про эти технологии постоянно рассказывает, заявляет это. Ты думаешь, блин, какого хрена ты вообще, вот иди в лес где-то, заройся с палкой-копалкой, бегай, зачем тебе эти мегабиты, зачем это все надо, зачем тебе апгрейд вообще? Иди там, бегай в лесу, блин, и все нормально, там идеальная жизнь, у тебя будет все хорошо, с айфона можешь даже бегать идти. В жопу его себе стромить и бежать со своим сраным айфоном, блин. Ну, то есть, ну, каким надо быть рахитом, чтобы такое мышление вообще иметь? Конечно же, это все нужно. Это нужно, я уже приводил пример, это нужно для того, чтобы на других планетах рассматривать континенты, элементарно. Это именно в смартфонах продвигается впервые. Те же самые Huawei оптическое приближение, те же самые нейросети обучаются благодаря таким мегапикселям. Ну, то есть, я не могу понять, как можно говорить, что 12 мегапикселей достаточно для смартфона. Это вообще какой-то бред. И говорят маркетинг. Да пускай 100 раз это будет маркетинг, но это реально есть. Про 48 мегапикселей, опять же, все недоделанные техноблогеры рассказывали сказки, что там нет 48 мегапикселей. Есть. И процессор поддерживает на Xiaomi Redmi Note 7. Redmi, точнее, Note 7 поддерживает процессор. Все есть, все работает. Что вам еще нужно? Ну, то есть, меня бомбит конкретно. И вот именно с таким мышлением мы и не летели долго в космос, мы и постоянно себя ограничиваем в развитии. Или там Ривален переплачивает за рахитский iPhone 4 гига. Да, то есть, сколько приложений одновременно iPhone может держать памяти? Да, вот, спасибо.